отрывок из книги Джозефа Мерфи. Вы можете найти себя уже сейчас. Вы – это я есмь, вас или Бог. Это единственная созидающая сила, поскольку не существует ничего, кроме Бога и его бесконечных проявлений. Одна девушка, у которой был прекрасный голос, захотела добиться признания и в полной мере выразить свой талант. Она начала рисовать мысленную картину о того, как она вдохновленно поет перед аудиторией, а потом слышит поздравления своего учителя. Певица постоянно представляла это выступление, пока этот образ в ее разуме не преобразил всех, оттенков реальности. А теперь, когда я пишу эти строки, она уже неоднократно появлялась перед слушателями, восхищала их своим талантом. Она создала эту реальность по образу и подобию своих мыслей.